В этом видео мы приготовим с вами ароматный лимонный кекс, а также расскажем, как очень просто определять готовность любой выпечки. Мы взяли стеклянную емкость размером 25 на 15 сантиметров. Из нее у нас получилось примерно 10-12 хороших таких порций. Пока наш кекс печется в духовке, мы берем несколько столовых ложек очень горячей кипяченой воды, выжимаем туда оставшийся лимон и добавляем столовую ложку сахара с горкой. И все это отставляем в сторону. На данный момент кекс печется около 30 минут. Проверяем его готовность. Он не пружинит, внутри есть влага, он еще не готов. А здесь кекс печется почти 45 минут. Он плотный, он пружинит, внутри нет влаги, он готов. Даем ему остыть минут 15 и пропитываем. Даем постоять еще хотя бы полчаса, и кекс готов. Приятного аппетита!